Это первое, а второе соперник играл до конца, молодцы, и с победой. В первом тайме, как вы видели, много моментов у нас было, просто реализация подводила. Привыкали к сопернику, плохо привыкли по ходу в первом тайме. Ну, в принципе, нормально, я думаю. Собрались, расставили все точки над «и» и побегали хорошо, позабивали.